начинаем протирать клапана. Пасту нанесли. Лево-право. Лево-право. Короткими. Смотрим. Тук. Угу. Внимаем, смотрим. Так-то вроде держало, но все равно на всякий пожарный. Вот. Сейчас я этот. Подожди, остановись. Вот она, резочка. Угу. Я смотрю здесь. Уже пробовали, все ставили на двигатель, все работает. И после пробного заезда решили разобрать и протереть еще клапана, чтобы все пободрее было. По всему диаметру. Да? Ну, тут не видно. Как не видно? Вот она. О. Видишь, кромочка-то. О. Нет, вот просто тень. Бог с ней. А против окошка. Надо с той стороны снимать. Не, там не против окошка. Ну. Но... свет, да, бьет. Пасту сейчас надо носить еще больше. Нет, хватит. А второй клапан? Сейчас второй разберем. Все, хватит. Сейчас я фонарик возьму. Так, вот паста. Сама. Она почем? 70. Вот, не снимешь ее здесь. Две штуки. Ну. 70 рублей очень где-то стоит. Ну, сейчас 100, наверное. Заболтать. Какая там резьба? Шестерка, восьмерка, хуйня. Это вот чистовая. Вот я сейчас чистовой делаю. На новый чистовой же надо, да? Это не надо. Грубо не надо. Грубо пока не надо. В общем, болтаем. Но там ее и не сболтаешь. Она густая. Значит, грубо не надо. Ну вот второй клапан, то есть первый поставили. Раз так четко прилегать стал. В общем, итог такой, поставили то, что это все это реально поставить, такую головку. Скатнулись. Что получилось? Набирает скорость быстро. Максимальную там пока не пробовали, потому что нужно обкатку пройти. Сначала просто катались. Так вот, начинаем второй клапан. Это что такое вот? Ты снял? Я вот не знаю. Ну, это тут валик, на котором этот карабасы держится. Вот он, видишь, он ходит там. Все понятно. В общем, сняли только сейчас. Вон блюдце, да? Пружина. Тарелка. Вот он там, клапанчик. Сейчас будем протирать. Черненький. Видишь, там ничего не притерто. Светить, что-то так хотел светить. Сейчас, подожди.
Угу. Видишь, черный все. Вон, вот отсюда вот, выходил, да? Вот он пропускал. Ага. Хлопнул. А вот. Видишь, он черный весь. Черненький, да, чернявый. Сейчас мы его... Вот он завод китайский. Наносим пасту. Пасту нанесли. Да? Опа, вставляем гнездо. Мега приспособа. В клапан. Опа. И крутим. Назад. Все видать, нет? Видать. Посмотрим. Все, смотрим. Распротвал. Улетает. Ну, конечно, набирает он бодро скорость. Это стоит поставить. Это стоит того, да? Да, а поршневой ты убрал сколько там, 4 миллиметра или сколько блок это? Цилиндр отторцевал, да. С каждой по 3 миллиметра. По 3 миллиметра. Че, смотрим, да? Смотрим. Фонарик. Мало. Мало? Ну. Здесь может быть крупный сначала надо. Ну, видишь? Нет, ничего. Маленький царапка. Вот здесь вот нет. Вон, видишь, нет. Здесь нет. Значит, крупный сейчас будем. Или мелко еще надо добавить. Это лучше крупненькой. Потом меленькой. Да нет, давай еще мелкой что-то. Давай еще раз мелкой. Марта отдыхает. Здесь маленько, наверное, осталось. Ну давай меленько, давай, давай, подольше просто. Еще давай крупнее чуть-чуть. Ну, то смотрите, если он пропускает, как, а как он будет ездить. Так, сейчас круто, бастой. Сейчас по всей берут. Угу.
Теперь шмелкой. Вот, да, по всей пошла. Теперь меленькой. Вот теперь мощность будет, какая она написана, такая она и будет. Ничего пропускать не будет, мотор будет лучше работать, компрессия лучше. Что ты светит? По всей плоскости взял? По всей. Теперь все идеально. И здесь по всей.